Всем привет, друзья! Сегодня прокатим ГАЗ-63 и 63М в сетевой. Время утра, все спят. Давайте на побережье. 63М. Начать. Покачусь один. Так, вот они, два агрегата. По текстуркам ничего не менялось. Мод и так вообще обалденный, конечно. Так, сейчас чуть возьмем. Синхронизация света на них работает. Но сейчас не могу продемонстрировать, потому что один. И ночь, день тоже тут переключать неохота. Так. Давайте. Возьмем все там, чтобы дрова нам довести по пырику. Так, такие колеса, что-то еще можно поставить. Давайте шарфор нам есть, функции пересесть на этого товарища. Это вот так же, наверное, давайте зарядим. Так, так, а что везет, что был? Вот груз, что он дает, груз. Давайте лучше дрова. Дрова. Через заправочку. Пересели. 63М помощнее, поэтому пойдет первый колонии у нас. Оп, все, погнали. Но если до ночи докатаемся, то увидим, синхронизация света на втором газоне загорится. Она и так-то, видите, в принципе, работает. То есть я вижу его габаритики. Прицеп, видите, вижу, как бы светится сзади. У него прицеп, задние фонари на этом, на борту. Это уже работа синхронизации, наверное. А нет, это не синхронизация, это ночью должно быть, по идее, видно. Ну ладно, сейчас, короче, посмотрим, если до ночи доедем. У меня мод вообще обалденный. Ну и доработка, конечно, тоже обалденный. Это 63М модернизированный. Немножко вот пиланул я его. Я думаю, как бы не лишний будет. Тот-то вообще стандартный, еле полз, ни прицепов, ничего не было. Сейчас немножко у него функционал побольше будет. Затаримся бензинчиком. Здесь сверху 90. Я вам просто противник сюда.
пересесть, на кого заправил. Также номер переписка. Прицепы действительно сделаны под якоря, блин, в этой игре. На пол... Не знаю, не полтонны, а... Тон 10, она весит. Без бревен. Так, это у нас получается 4 очка, да, мы потащим. 4-4. 2 порции. Надеюсь, что мы побыстрее еще поработаем. Так, заезжает. Нам дальше нам заезжает. Так, по одному надо. Давай-ка прямо тебя отсыпем. Оба-на. Ну этот я тоже немножко мотор поднакрутил, то они действительно нифига не ехали. Прицеп ставил я сейчас и все, и можно сказать, на этом все закончено. С пустым прицепом не ехал. Давай, изок. Закинемся дровишками. Ух ты, оторвало. Прицеп приоставил. Придется нам его стрелять. Упс. Тебе мои не попал. Вот это вот тут, ого. Ничего себе. Это мы провалились. Грустнее верить немножко. КП. Так, наверное, даже поближе мотор подтянуть. Ладно, так пойдет. Погнали еще. Погнали. Так, как лучше пропилить-то?
Воу, промахнулся. Как бы тут еще сейчас не кувырнуться из-за этого всего дела. Доигрался я тут камерой. Вроде попали. Как видите, тут спокойно, вот смотрите, шпарит. Почти. Почти шпарит. Какой-то получается. Эх, давай. Что ты на ровном месте зарыл? Почти выехал, здорово. Ну, давай, я пошел пока. Кололись. Наконец-то. Давайте, парни, что-то как-то вело едем. Эх. Забываю, ребята, выложить камеру. Без тумана, кстати, тоже обалденно вообще едется. С камерой с этим. Немножко мы там ее подредактировали. То есть, вообще сейчас пока есть шанс. Запихнули до всего игру. Я бы посоветовал точно запихнуть. Прикольно. Пока не вышло что-нибудь новое. Очередное обновление. Давайте, хлопцы, держите что-то. Что-то долго мы будем ехать по всему. Ну вот я вам скажу, вот этот 63М, это меня радует, я как бы карту не катал, делал вот строго на полигоне, то есть там полигон был дефолтный, поэтому сами понимаете, на карте он нигде там не гонял, на полигоне там много, его не потестишь, скажем так, по большому счету. Вот сейчас перевернем, наверное, тот второй. Что-то у меня ощущение такое. Главное, чтобы ты, парень, не перевернулся. Ой, нормально прошли. Давай, газу. До отказа погнали. Вода так в траву будет добавлять. Да, вот такие, ребята, везет у меня, как поломаются эти елочки. Это у меня установлено тоже прям в архив. И в мультиплеере это работает. Физика деревьев. И поэтому, видите, сейчас легенькие деревца ломаются. То есть, вообще на ура. То есть, более реалистично. Не так, как в маленькую елку воткнулся и все, и пипец. Машина разбита. А елка как стояла, так и стоит. Ну и на больших скоростях можно большую елку снести, вон как бы все прилетает. Так что тоже есть желание у кого-то, пишите в личку. Не знаю. Кому интересно будет, пишите.
Также можно сейчас, например, груженный, если сильно за елку зацепился лебедкой, можно тянуть, елку вырвать, вообще с места машина так и не двинется. То есть тоже как бы более реал такой. О, паря, встали. Давай, и тут встал. Ух ты, вот это дела. Походу вылетели эти карики. Давай сюда попробуем. Подтикало, ну. Походу встряли. Дела. Придется цеплять того парня. Ну давайте за его, что мы оторвем. Да нет, не должно оторвать. Так, ну, вывести сюда главное. Так, да. Достанем до того. Достанем. Сейчас мы его попробуем. Опа. Ох, сейчас точно кулак не было, наверное. Давай сюда, давай. Все, пипец, походу ему. А, не падай. Все, пилюля. Вот не было это печали, ёкарный бабай. Цепить прицеп. Да вы ёбаный, называется. Поехали, сейчас у тебя. Ё. Опасно. Опасно. Упырь-то какой, вообще не хочет сажать. Заводись. Еще. Есть. Ну, видите, физика, то есть не каждый еще раз вот тут все сломать. Физика вообще обалденная, конечно. Там, блин, маленькую елочку воткнешь, и все, никуда не проехать. Вот видите, ребята, и не с кем поиграть-то с утра пораньше. Надо вот видос записать по машинке, а не с кем. Да что ты будешь делать, никак не... А, для того, что я закрылся. Вот. Вилл. Многие пишут поиграть вместе, но как тут поиграть, если все спят. Не будешь же посреди ночи тут уже искать. Надо, чтобы в стиме были добавлены, чтобы было видно, кто не спит. Сейчас вот кто есть у меня, так все спят. Так, поехали. В реале-то эти елочки должны ломаться, а вот физика... Так, стойте, я там еще с дурочком надо колеса, я на автомат надо поставить. Ну все, погнали. Да уж, дровами, конечно, шляпа вышла, почти доехали. Как всегда, хочешь побыстрее видео записать, ничего не получается. Компот. Вроде мелко.
модернизированы. Вот это промеж двух елок надо будет царствовать. Знаете, смотрите, как бедные мы тут подпали, отлично так. Блин, надо было гараж вести, наверное. Все-таки открывать. У них не гараж был бы поближе. Давайте, господи, опа. 4, вот сейчас мы грубо разгрузим ему одну. Давай уже почесали по перику. Ну. Где вот пол? Где ему там или что? О, дело в ночи. Кстати, вот ребята пропустили фары, видите, загораются на том, на втором. Загораются фаруки. Это вот и есть автоматическая синхронизация света. Видите, ярче, ярче. Чем ночь сильнее, фары светлее. Видите, на этом тоже загорается. Если вы играли бы с кем-то, также было бы видно все это дело. Тут модернизированный, как шлифует на повышенном. Давайте есть. Вот все, свет. Видите, я ничего не включаю, он постепенно разгорается. То есть это все синхронизация света. Тоже ссылочки под видео сейчас я сделаю, я буду. Три варианта. Первый вариант, по-моему, с лучами. Ну, для мультиплеера, как бы, прикольно. Но на полигоне машины будут ставиться дальше, то есть близко их не поставить, я на дальнее расстояние подальше буду ставить. Потом вторая версия, там лучи, по-моему, и днем, и ночью горят свет. Это первая, по-моему, версия, или вторая. Короче, там прописано. Вторая там просто фары днем и ночью горят, но лучей нет. На полигоне ставится в любом месте машина. И третья вот это без лучей. Ну, типа, свет прорисован по-другому, автоматически включается. Ну, вот автоматически поприкольненько. Так, вот даже мы подъедем. На лесоповал, там у Урала тоже фары будут светиться. По идее, на дефолте. И прописывается этот свет именно в самих машинах. То есть, кто умеет делать, ковырять там эти файлы, это все прописано в самом автомобиле. Там уже надо регулировать свет поярче, потускнее. Естественно, видите, сделали подсветочку снизу еще. Сейчас вот когда совсем темно будет все светиться, отображаться это будет. Видите, сзади даже прицеп будет освещать сейчас вот второй газончик. Ах, давай, давай, Маруся, бери. Видите, чем темнее, тем светлее фары горят. Ну, вот видите, прицеп освещается этим светом. Вот, давай подтрыгну по асфальту. Все это, видите, как будет выглядеть. Даже должно быть видно, крас же там где-то стоит на этом. На гараже. Вот у краза, он, видите, свет горит. Вот. Мы сейчас к этим приедем. Вот он, синхронизация. Конечно, это супер-пупер штука. Вообще меня радует. Нашли, побороли все это дело. Так, где эти машины? Да, вот эти стоят. Вон, видите, светится КамАЗ. ЗИЛ стоит, светится. Сейчас мы к ним тут приедем. Доигрался опять, да показывался. Так, где что-то у нас
То есть можно и свет, вот видите, свет горит, хоп, дальний включили как будто. О, он тут поворачивает. Он тут поворачивает. Вот видите, сама стоит, светится. То есть также у него все с лучиками. Также он 130 стоит. Светит. Ну вот видите, прицеп даже отличается как бы, от той машины, которая сзади тащится. Сейчас уже соляра солнца, вот соляр там даже докатались. То есть и сзади, видите, свет все прописулен там от этих. Так, я думаю, наверное, надо сразу заправить его. Так, 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 топливо, топливо, топливо. Все, полетели. Ну, вид, конечно, со светом обалденно вообще. Давай еще застрянем тут. Да, косяк-то он до сих пор, смотрите, вот угол, видите? Дефолтная карта, твою мать. Все так квадратами. Наши супер разработчики. Мегамозг, е-мое. Бабла нарубили, а как говна было в игре, так говна и осталось. Вот синхронизация, ребята. Задние фонарики, передние фонарики, все обалденно красиво. Качайте, советую синхронизацию, третью синхронизацию, я играю на ней. Так, вон светится, там пробивается где-то Урал, впереди справа, видите, лучики там. Ну-ка, сейчас мы сверху вот его зацепим. Ух. Давайте, ёлы-палы. Чё-то никак. Ну да, заправляться частенько придется даже с этими боками, с прицепом. Смотрите, как он вставал. Даже лампочка, вот, кстати, в салоне будет гореть, вот у этого газончика. Видите, сзади? Я у него вижу лампочку. То есть даже там синхронизацию света наладили. Вон стоит уже Урал, светит. Красе. Вот так это все выглядит. Опа. Видите? Не, мы молодцы. Кто-то там, ребята, ругались, что мы выложили все это дело. Ну уж извините, вы писали, что целый год вы играли. Что ж вы людям-то не дали такого счастья? За бабло там продавали всю эту шляпу, не пойму. Извините. Вот это вот бак, наверное, от этого, от камеры. Проблемка. Ну, как бы местами выскакивает. Мне так наплевать на нее. Так что вот, ребята, синхронизация, можете качать. Сделали мы ее буквально там. Каждый вариант ходило времени полдня, чтобы на дефолт прописать. И сейчас на всех наших доработках вот драйвер 51 будет стоять синхронизация света сделана. Пересесть. При погрузке вот на автономной платформе и на платформе лесовоза. Ой, лесовоза, на автономке и на вот платформе с краном. Вот этот верхний свет при погрузке будет также вот светить, как вот сейчас у машины, видите, свет есть прописан на земле. То есть будет видно, куда закидывать эти бревна,
То есть и кто грузит, будет видно, и кому грузит, тоже будет видно этот свет. Так что синхронизация, да вообще, смотрите, тут все, свет горит вообще в радость просто. Игра даже поменяла немножко свою игривость, скажем так, намного веселее с этим делом. Сейчас время еще час, вот еще тут мы будем ночью долго ездить со светом. Да, так он, блин. Ну ладно, что, давайте пересесть. Еще через заправку, наверное, по любасу придется опять ковырять. Давайте поедем другим путем. Что там пролетело? Опа! Бывает же такое. Косяк. Подрезали сосну, называется. Что-то я упустил этот момент. Подрезали сосну, называется. Ну, давайте. Выделка. Да, в однокат, конечно, офигеть катать. Даже простенькую саму карту. Если сюда. Народ весь спит. Не с кем потонуть. Ну я тоже вчера сутки, наверное, проспал. Организм забирает свое. С этими модами сидишь сначала сутками, проверяешься, потом сутками спишь. Но зато видите результат какой. Прямо аж в радость. Приятно поиграть. Поиграть приятно, только не с кем. Е-мое. Ну да, вот этот 63М. Кстати, такой прикольный получился. Даже как-то и... Тот-то как-то не сильно актуален. Надеюсь, что мы все-таки автор не будет ругаться, что у них запорожный хороший автомобиль, мод. Я думаю, что в принципе ничего тут лишнего и страшного с ним не сделали. К тому же настроена синхронизация, регулировочка, выглядит прикольно, ничего не поломано, не испоганено. Вот, так и тут можно, наверное, заправиться, заправить нас тут. Ну-ка, давай, дружок, дай-ка соляры нам. Оп, что-то. Ух ты, полный бак, прикольно. Надо и второй-то заправить. Да ё-моё. Поехали. Ещё бы он, чтоб не пересаживался, заправлял бы сразу. И чинил бы его. Там. Хуже какой-то вообще мало. Там принять есть. Вообще какая-то темная ночь. Это, наверное, кто-то этого дает свет. Под фонари попали. Видите? Блин, со светом вообще просто супер.
Я просто рад и счастлив. То есть дальний бам-бам. Вот так вот вообще обалденно смотрится. Дальний включаешь, и лучики видно. Ну, прикольно видно тебе, конечно, лучики, но все равно прикольно. Где-то я его включил, то выключить надо. Так, поедем мы, поедем. Даже не знаю. Через берег ехать или не через реку. Давайте через. Через берег, наверное, не влезем тут в поворот. Палы тоже отцепляться. Ну ладно, это отцепляться, ладно. Можем по берегу. Да и по берегу можно перевернуться там. Поставили. Могло перейти, достанет. Хрен из два. Это с учетом, что он накручен уже тоже немножечко. Обалдеть. Представьте, как он, какой он был дефолт, он вообще ни хрена не ехал. Вообще не ехал просто. Погнали. Поэтому нужно было его накрутить. Чуть-чуть поднакрутить, помощнее сделать. Я считаю, что ничем не испорчен машинку. Вот 63, там, да, там подвеску переделали, вес. Мощность еще больше сделали. Так, давайте поставим по самому краю. Здесь мы их не засадим. Синхронизация вообще прелесть, в радость, я не знаю, как что сказать. До сих пор нарадоваться не могу. А по моменту скачки смотрю, народ что-то вообще не качает. Вообще неинтересно, что ли, такая штука. Я так вообще, я бы сразу только увидел, сразу бы скачал. Вещь вообще обалденная. Разработчики, мне кажется, здесь изначально должны сделать это. Даже машину на прицепе тащит на трассу, да? Чтобы ее видно было, хотя бы свет от нее было видно, звук, чтобы было слышно. Я думаю, что это все вообще легко прописано. Никому это просто не надо. Просто зарабатывают на этой игре бабосы. А вы, ребята, как хотите, так и мучитесь. У них там своя война идет. Кто кому денег должен, кто кому что не должен. Ничего говорят, будет Пинтерес 2. На это развели там всех Стэн и геморрой с игрой. Что не обновление, то все. Игре капец, модам капец, всему капец. У нас еще выйдет второй Пинтерес, и там еще в лапке обдует. Уже когда первый раз тебя поимели, то второй раз тебя поимеют вдвойне. Это называется второй раз пойти на лохотрон. Такое создается впечатление, блин. Другого просто взрослые люди, как бы, занимаются ерундой. Хотя вот такие вещи. Вот сейчас свет, сейчас я буду, видите, ребята, у тебя пришло. 5, я даже не знаю, во сколько оно включается-то. 5, 6, 6, 7, наверное. Сейчас увидим, как он говорит. Давай, главное, переехать. Давай, давай, еще тут заглох, что ли. Давай, сходу. Все, переехали нормально, проскочили вообще. Ура, ура. Дрова еще не потеряли, как на лопитке, как просто дровами перевести. А вот все, видите, уже где-то потускнее фарки загорелись. 5:56, к 6 утра, походу,
ты. 6. Все горит. Горит, горит. Да, у того морда-то разбита хорошо, блин. Ай, так я урон-то не нарисовал, чтобы у всех машин по 600 очков было. Исправим это. Будет 600 очков ремонтовано. Ну, с баками ничего делать не буду, в принципе, реалистично. Дополнительный бак ставишь, потом едешь, мучаешься, заправляться, не заправляться. Так, свет еще горит. Время 6.20. 6.20. Свет есть. Нужно для того вот ремонтировать, если все. Ага, еще бы. Следующий. Ремонта этого. Свет уже все, видите, еле-еле светит свет. Прицеп. Видите? Сейчас останутся только габаритики гореть. Видите, все. Свет почти потух. Но видите, тухнет медленно. Вообще обалденно. Не надо теперь ни включать, ни выключать. Блин, перехил опять не было. Хотел трошку сцепить что-то уже. Все, видите, свет потух. Прикольно. Чёрт. Так, а это мы сейчас разгрузим, а так мы сейчас тогда и отцепим его. И а так свет вот, пожалуйста. Работает. Вот скрин какой-то такой залепится, симпатичный. Ну-ка, настройки. Стоит галочка. Вот эта галочка ставите, убираете, появляется табличек, этих не видно. Это будет. Мыло убирается. Включим свет еще для полного. Как бы его сделать, Павла, загнать-то сюда? Никак. Не получается вот так как-то. Не, вообще ремонт отличный и доработка получилась, как бы тоже, я думаю, что хорошая. Пусть автор не ругается, но я считаю, что это, ну, не лишнее. Реально, я говорю, приложу, надо будет приложить вот на этих колесах марочных. Есть там с архангельскими номерами 29 регион с будкой такой камуфляжный газончик вот этот. Просто супер. Так что это все реалистично, такой автомобильчик реально как бы был сделан в Архангельской области. Реально фотографию я вложу в файл сюда с этими с машинами в мод. Я думаю, все-таки автор не будет продаться. Хотя, может, и будет. Просто вот и спорт, автомобиль. У нас была такая машина. Немножко добавили функционал, конечно, я спорю. Так намного интереснее с прицепами, со всеми. То есть сцепка цепляется. То есть он уже может и дрова вести там побольше, как бы. С этими прицепчиками. Не просто два очка, еще вот видите, прицеп может точить. Плюс соляры может усыпить, наверное, большой прицеп, там полуприцеп цистерны, ремонтные части, гараж полностью оттащить может. Сейчас я думаю, что в принципе мод не испорчен, как обычно, все красиво, гармонично,
должно быть супер. Вообще мне нравится это. Вот, доработанный катком, такой вообще. Ничего лишнего, как бы. Ну и ничего страшного, там вообще тут супер. Драндулетик. Плюс еще свет этот, синхронизация вообще отличная. Так что, ребята, если есть у кого-то хороший, достойный мод, как бы, не жалко, можете обратиться, например, к нам. Можем пообзорить, можем что-то немножко поддопилить. Если, конечно, мод вам тоже понравится. Так, ой, вот те здрасте, скин могут. Разгрузиться же надо, ё-моё. Так что, ребята, если у кого-то будет классный мод, как бы говняшки, естественно, лично я так, у меня желания нет пилить. Есть нормальный мод, я возьмусь. Если мод, скажем, по-русски говоря, говно, естественно, говно я лично брать не буду. Вот мне нравится какой-то мод, машинка, да, я берусь. Не нравится, я и даже браться за ней не буду. Нет никакого ни желания. Так, вообще-то надо, можно его просто накинуть. Давайте-ка его отцепим. Отцепим, прицепим, нафиг нам не нужен. Ага, не нужен, нужен. Там сколько нам надо? 2-4 очка, да, придется домотать. Игнорить. То есть весь салон, да, все. Подумать, как говорится. Тоже помочь не может. Ну, сутка, блин, чахнем от мода, немножко закинуть. Даже его прянчик. Извините. Прянчик, мы работаем. Время убиваем. Хочется для того, Витя зашел. С утра пораньше обзор на напилится. Какой-то. Тоже человек целыми сутками угорает. И группу, и на канал, и на работу бегать, и семья, и жена, ребенок, родители, дом, магазин, дача. Реально хоть бы взяли пожертвование какое-то, сделали. Люди целыми сутками убиваются. У вас, наверное, вы думаете, что вот, вот скачали мы мод, колеса нам прилепили за 3 минуты, и все отлично. Нет, ребята, вот даже с этим газоном, вот, 63М, я его полностью с воркшопов и файлов переписал на английский, то есть читабельно оно все. То есть просто закидывайте в папку медиа. Плюс сделал свет, плюс добавил вот эту модель, плюс ее отрегулировал, поставил, 500 раз все это проверил, сделал переблокировку там аддона. То есть это не 5-минутное дело, что, ребята, вот эти, я говорю, реально, я, наверное, день потерял, вот, чтобы поковыряться, переделать, скажем, вот этот мод. День, так это, скажем, по глобальному, это сильно ничего не менял. Тут. Спасибо, как бы, автору там не очень много было заморочек. А есть такие, что, блин, с ними просто, черт, ногу сломит. Ну вот, у нас, кстати, скоро должен выйти крокодил, КРАЗ-255Б1. Реальный тоже автомобиль, как бы тоже фотография будет приложена к этому моду. Это реально автомобиль, как бы, обалденно сделан, но вот пришлось нам его, считайте, на протяжении месяца у нас он полностью в переработке был. То есть его полностью и в Максе разбирали, и анимацию, все там переделывали, перепиливали, потому что мод изначально он был сделан на 13.04, но он был корявый. Был корявый, еще можно не 13.04 было, заметьте, как он едет, у него мосты там стояли, короче, не горизонтально, а вертикально.
когда был конвершен, эту версию, что мы вообще на первой передаче еле ехали. Даже в последующей передаче не включались. В итоге его в максимум разобрали, полностью переделали. Все по новой, все там накручивали, давили. Поэтому как-то так. Так, мы за дровами-то ехать туда. Сюда мы будем через воду. Воду. Все, в принципе, этот мотор, видите, ну, ничего серьезного и глобального. Как некоторые тут дорабатывают, что и смех, и грех, аж плакать хочется после этих доработок. Ну, я не знаю, я считаю, что туда заработки вообще все хорошие. Мне лично мне нравится, я для себя делаю, с ребятами катаюсь. Все обалденно. Опять ночь придет, елки-палки. Чего ты тут встал-то, я не понял, на ровном месте. Давай еще застрянем тут. Ну, вообще весело. Повышай тебе холодильник, да? Давай-ка попробуем. Банан вообще. Дефолт мы будем газом проехать, там и прицепа нет, по-моему. Ну, дефолт, по-моему. Так что, ребята, если у кого-то есть прикольная тачка, и не жалко ее дать нам на доработочку, обращайтесь. Или на обзор обращайтесь, прообзорим, покажем, посмотрим, может что-то подскажем. Естественно, если машина говно, браться не будем. Вот реально, понравится машина, будет. Лично я буду делать. Не понравится, даже не возьму. Ну, опять же, в зависимости от времени. Не говорю так, что люди дадут машину, в течение дня я там как-то перепилю. Будет время, будем заниматься это. Так все быстро. Где есть у нас чем заняться, есть что подрабатывать. Я вот сейчас еще для обзоров стримов, например, делаю себе машинку. Сама забуду собирать. Пачкать. Поросенок. Блин, хоть скрин залепить. Такой. Как бы так. Поближе, да, еще таблички поменяю. О, есть вообще грязный такой. Сейчас опять она запишу этот видосов. Полдня конвертить надо будет. Он полдня на YouTube будет.
кто-то вроде едет, мы действительно через воду попробуем. Клюю там, ну, Урал еще есть, это что. Отлично, верняк, пойдем через воду. Точно засажу. Ну да, он следы есть, по старым следам вам не попадать. Два-два. Старые поля. Так и надо ехать. Так вот параллельно. Параллельно старым. Ну, нормально, если так мы сюда доедем. Я даже воды вылезу и пойду, наверное, покурю. Я не знаю, сколько времени я еду тут. Ну да, вчетвером бы. Думаю, бы заорал, в одну бы ходку разобрали. Две машины туда, две машины сюда. Быстро бы вообще карту прошли. Если бы никто не перевернулся. Сразу на М как бы на этих поехали, 63 М. Все нормально. Только зачурились. Давай на автомат. Кормушки. Перескусим. Что проблема? Вот воркшоп выкладывает, а потом выкладывает воркшоповские файлы. А там такие бракозябры написаны. Пока все это перепишешь, как бы и там, ну, хватает проблем, времени много бывает. Вкладывали бы, блин, обычные файлы. Понятно, что их и так распилят, эти машины там повыдирают, кому что нужно, как бы. Просто единственное, что времени дольше это займет. Так что что там запихивают вот воркшоп, там что-то морщит, я не знаю, одно место, чтобы народ там больше ковырялся, что все равно запилят, все равно сделают. Делают хорошо, например, или делают плохо, но все равно сделают. Так что какая разница, выкладывали бы просто файлами. Просто кто, например, нормальный делает доработки, намного, конечно, проще что-то взять, что-то отпилить. Вообще будет отлично. Так, ладно. Перекур. Поехали дальше.
даже. Пол 8 вечера. Вот, ребят, подпишитесь на канал, группу, ставьте лайки, качайте номер, ссылочки все под видео на канале. Всем пока.